Доброе утро, мои прекрасные друзья. Мы с вами заварили травки. Вот они сухие, а вот нет. И я забыла вам сказать, у меня очень много яблок. Вы знаете, мы люди деревенские теперь. Хотела сказать, если у вас остались какие-то фрукты, фиги, или вы гуляли и кучу ежевики насобирали, вот даже черешки яблочные можно взять, то совершенно спокойно, вот на белом фоне даже лучше, можно добавить помимо лимончика, лайма, ну и меда. Вы знаете, у нас очень много меда разного, я вам показывала горный мед. Это можно совершенно спокойно добавить сюда, вот в эту красоту. Это будет и может быть все более вкусно, ну, весьма калорийно это точно, да. И прибавит какой-то пикантности ваш напиток. Мы сейчас говорим о заварке чая, который будет подаваться холодным. То есть это будет холодный напиток, но весьма хорош для здоровья. И в жару, вот у нас было, помните, 34 градуса, 36, 37. Это весьма приятное такое дополнение к рациону во время жары. Более того, прекрасно помогает, и вместо простой водички можно пить охлажденный напиток. Здоровья. Ну, здоровья я вам и желаю. Да, вот перчики тоже наши. Желаю, да-да-да. Кажется, вроде бы безделица, ничего такого особенного. А польза, может, она сейчас пока что недооцененная, но на самом деле польза неоценимая. Так она велика и хороша. Ну что, обнимаю вас любовью, здоровьем и счастьем. Чао-чао, мои прекрасные друзья.